Всем привет. Чего? Я управляюсь на Фазенде. Время после обеда. Раньше не захожу. Ну, захожу смотреть в темноте, как бы не включая свет. Всем остальным свиньям там поросята. Посматриваю за поросятами, чтобы нигде не залез, не придавило. Ну, утром заскочу и потемну часов там в 9-10 заскочу. Смотрю. Вот это Фазенда. Вот это мое жилье на сегодняшний день. Я переехал вот в этот вагончик. Спится мне там хорошо, лучше, чем дома. Так как в доме у нас натяжные потолки, обои и все прочее. ДСП, ДВП, все вот это химия. Там как-то ворочаешься, спишь, просыпаешься и плохо засыпаешь. А здесь проснулся, печку подкинул, лег и уснул опять. Но не было такого, чтобы я долго ворочался. Прям так хорошо. Природа. Вон там Иртыш недалеко. Ну сколько, если по прямой? Ну полкилометра по прямой, наверное. Да, будет. Километра. Так, зайдем. Мое жилище. Потом пойдем смотреть поросят, как они подросли. Так. У меня здесь грязновато, но мужчина есть мужчина. Вот эта буржуечка горит. Вот моя кроватка. Импровизированная такая. Спальный мешок. Вот это вот. Ну, сейчас почему-то без спального сплю мешка, так как очень хорошо нагревается. Печка. Приловчился. Надо к каждой печке приловчиться. Так, ну все. Вот мой стол. Здесь бардак, конечно, маленький. Ну, мне пойдет. Ладно, пойдем смотреть. Купил вот такого корма свиноматка гранулированного по 20 рублей. Ну хотя бы лучше, чем дробленка, потому что которая кормит поросят, ничего не ест. Я добавлял всякого и ничего не хочет. Так, здесь у нас водичку вчера качал. Полная бочка, это идет вот эта большая бочка на ниппельные поилки, здесь 1,5 куба, а это идет, я даю в пайлушки еще, чтобы они напивались, вот рыжему козлу, который была пайлушка, пайлушка, говорю, ниппельная поилка, он взял ее, сломал, вырвал все, весь шланг вырвал, вот шланг, кстати, я завязал узлом. Наливаю теперь диск на 13 вырезанный. Кормушка была. Сейчас туда воду наливаю. А на пол даю пожрать ему. Так. А вот эта вот свиноматка, она меня уже достала. Последний раз, наверное, будет у меня она пороситься. Дал гранулированного корма. Поела маленькая, все, встала вот здесь опять, и опять что-то просит. Сено даю, ну вон лежит, она не доела, что надо еще? Ну сейчас пойдем на прогулку, значит, мацион будем делать. Так, вот наши малыши. Мамку просит, чтобы она легла, покормила, а она никак, да, мамаша? А, нравится тебе корм-то? Видишь? Хозяин побеспокоился, потому что мамка кормящая, мне жалко, она ничего не ест. Я уже мешаю дробленку с этим, с хорошим кормом мешал, она что-то не очень. А вот эти гранулы наяривают. Ну, ладно, по гранулы ест, я буду гранулы, значит, брать. Так, ну что, вот я говорил в одной из видео, приспособление к стенке крепится.
Профильная труба 15 на 15. Стенка, не помню, наверное, полтора или два, не помню. Ну, это же железяки у меня остаются. Вот приварил косыночку такую, что... Вот здесь вот сантиметров, ну, 25, наверное. Здесь поросята могут проходить, да? Учу, блёч. Учу, малышня. Им сегодня 10 дней, наверное. Вот так, вот так. Ой, ты чё? Ты чё? Ой, а зубы какие? Клыки, что-то я поленился обломать, их мало. Так что они вроде не дерутся. Титик много. Их 9, а титик 14. Так что... Когда много их вот было в той партии, 13 штук, так там пришлось обломать, потому что у них все здесь, все поразодрано было, друг друга фигачат. Так что вот такие вот поросюшки у нас. Короче, вот здесь я доску все-таки укосину сделал, чтобы она туда не ложилась, сделал, и она все равно, свинья всегда ложится мордой к теплушке, где поросят. Прибил. Думаю, не будет. Нет, она залезла вот сюда. Морду вон туда, жопу вот сюда. Им не пройти, не проехать. Придется сейчас опять вот здесь вот посередине еще ставить. Сделал небольшую рокировку. Вот этих дюрков осталось. Что там, 5? Их сюда поменьше клеток. А вот этих белых... Их 8 штук, они большие, как бы, уже. Им места там мало. Вот перенаправил их сюда. И здесь им комфортно, да? Вот так вот. Вот эти вот свиньи от мамаши, от Бухенвальда, которую высосали всю. Она так себе свинья была. Папаша такого, дюров. И корм хороший, вот они какие. Ну, в смысле, по своему возрасту вес приличный. Ну, нормально. Еще пару месяцев подержим, и все, и будем убирать. У нас происходит кормление. Наконец-то ребятишки выбросили мамку. Видите, как ложится между двух этих доз. Вот ей неудобно? Нет. И вот загородила здесь жопу и там. Думал, что низко сделал. Надо еще, значит, ниже делать, чтобы она туда не пролазила. Но она туда как бы пролазит тогда, когда уже легла и жопой двигается. А так, когда ложится, ничего вроде. Так, ну вот. Ой, какие хорошенькие. Хорошенькие. Додонят как они, додонят. Молочко. Ну, некоторые по две успевают додонить титьки. Здесь кончается. Там пробуют рассасывать. О, там. Вот так вот. Так, кто там звонил, писал по поводу поросят? Вот заказывайте. Здесь 4 свинки, а вот молочко. Молочко висит. Капелька. Хорошо идет. Вот так вот. 4 свинки и 5 боровков, крючков ли. Так что заказывайте. Эти подороже будут, потому что их мало. И они именно мясная порода. А следующая партия будет вот дюрочки. Вот дюрчиха. Она вот дней через 10, примерно плюс-минус, будет пороситься. Сегодня-завтра мы перегородим. Уже отделим ее, чтобы они друг другу не мешали, да? Потом следующая через 20 дней на очереди вот это. Ну, если сейчас, через 30. Дюрочки будут подешевле маленько. Так что там посмотрим. Ну, аж один уже наелся.
Видишь, какие зубки? Вот, поели. И все теперь ковыркаются. Вот решил чаю попить. В своем доме. Или домике. Кстати, а классно так. Управился, пришел, чаю вскипятил, телек вот сосед отдал, все руки не дойдут, надо эту приставку еще приобрести, то ли дома где-то валялась, то ли что ли, надо посмотреть, чтобы телек смотреть. Можно вообще домой не ездить, но я домой езжу из-за того, что там у меня еще свиньи, приходится ехать управляться. Так бы сейчас завалился бы и лежал. Ну или там что-то еще делал и домой бы не поехал. А так придется ехать управляться. Кстати, сегодня суббота, баня еще. Так что как-то вот так вот. Это вот холодец. Кстати, холодец обалденный. Супруга делает. Прям пальчики оближешь. У меня она вообще молодец насчет еды. Она, ой, рукодельница такая. Что-нибудь как забабашит. Прям аж пальчики облизываешь. Откусишь прям по локоть. А холодец, короче, с ног и язык туда добавляет. Прям вот, вот я не знаю, с какую колбасу можно сравнить. Да никакой. Вот это самая натуральная колбаса домашняя. Прям вот, ну нету ей равных, наверное. Тем более мы в магазине уже ничего не берем. Вот вообще, кроме хлеба. И хлеб и то иногда пекет. Даже умудрилась майонез сейчас сделать. Майонез сейчас налепили пельменей. Пельмени едим со своим майонезом, со своим мясом. Ну вот мука, правда, покупная. А вот майонез свой. Так что почти все свое. Печенье не берем, пекет. К чаю все. Ну прям вот, ну рукодельница, что сделаешь? Молодец.